На проспекте Ленина кипит работа. Сотрудники Центра управления городскими дорогами ремонтируют тротуар. Это так называемый карточный ремонт, когда асфальтируют только разрушенные участки пешеходной дорожки. Хотелось бы, чтобы было хорошо, уютно, город был чище, краше. Ну, приятно выходить, людям ходить, сами приятно. Установки вот выходить. Чтобы не по лужам, не по грязи никакой, а по асфальту, по чистому, хорошему асфальту. Все, кому часто приходится ходить здесь пешком, говорят, после зимы на тротуаре были такие ямы и ухабы, что после дождя их не обойти, не перепрыгнуть. А ведь рядом роддом, да и мамы с колясками каждый день прогуливаются по этой улице. Ложка хороша к обеду, как говорится. Так что, ну хорошо, что дождались, это радует. Значит, власти не дремлят и что-то делают. По таким дорогам, которым мы ездим, ребенок постоянно его трясет. Если нет хорошей амортизации на коляске, ребенку придется сложно. Смотрю, очень в многих местах сейчас ремонтируют. Надеюсь, что к летам все проблемы будут исправлены. В Центре управления городскими дорогами говорят, проспект Ленина – это только начало работ по восстановлению городских тротуаров. План по ремонту уже составлен. В приоритете самые оживленные улицы и участки, на которые чаще всего жалуются жители. Этот участок один из самых интенсивных по количеству пешеходов, проходящих здесь. Ну и, соответственно, после дождя в разрушениях скапливаются лужи. Чтобы удовлетворить требования пешеходов, пришли к такому мнению, что ремонтировать в первую очередь этот участок. И, опять же, глава администрации города поставил жесткую задачу восстанавливать тротуары в городе. Коммунальщики обещают, что уже в ближайшее время начнут ремонтировать тротуары на проспекте Строителей, улице Вокзальной и Суздальском проспекте. Василий Косенко, Оксана Любимова, Константин Миронов, 6 канал.